Ну, прежде всего, интересно, как тебе сам концерт, как сама публика, как ощущение сцены после долгого перерыва выступления? Ну, в общем-то, пока что вот я вся в эмоциях концерта, я еще не осознала полностью, что происходит, но мне показалось, что публика принимала нас хорошо. Ну, вообще, считаешь концерт удачным? Ты довольна самым выступлением, кроме музыкантов, вообще с самим своей работой? Да, я очень довольна сегодня и музыкантами, и залом, и звуком. Я чувствовала себя очень комфортно. А какие-то планы на будущее есть, концерты, или это вот такой небольшой, вот дальше не будет нового перерыва, или мы услышим еще много? Ну, я надеюсь, что перерыва не будет такого длительного, но хочу сказать о том, что сейчас я готовлю свой следующий альбом, и поэтому, наверное, концертная деятельность будет связана уже с этим альбомом. Ну, надеюсь, хотя не все от меня зависит, но надеюсь, что перерывов таких не будет. А можно немного слов об альбоме новом? Что и какие еще композиции выйдут, какие музыканты участвовать и когда выйдет? Сейчас
Альбомом занимаются два человека. Это Сережа Табунщик, он композитор, он аранжировщик, продюсер. И в альбом, ну и я. В альбом войдут как украинские народные песни, причем мы постарались выбрать самые такие исторические. Будут два украинских канта 17 века. Кроме этого, в альбом войдут также авторские песни Сергея Табунщика и мои. Альбом, еще пока об этом речь не идет, о выпуске, но мы стараемся сочетать много стилей. Я думаю, что альбом этот будет более современным, что ли, более доступным публике. Классно. Впервые вообще слушаете Младу или... Первый раз. Не ожидал. Лучше, чем я думал. Что больше всего понравилось вообще? Приходилось такую музыку раньше слушать? Что-то приходилось, что-то нет. Ну, конечно. Сравнить не с чем. Конечно, супер. Именно эту артистку мне не приходилось слушать, но вот такая музыка, такое соединение действительно этно и джаза мне очень понравилось. То есть ощущение того, что действительно и там весна, и здесь весна, какое-то дает определенное настроение, то есть впечатление самое наилучшее. Я желаю просто ей успеха во всем. А диск собирались покупать? Да, конечно, безусловно. Вообще, музыка, такое ощущение, в которой нет и не может быть ни одной пошлой ноты. Мені воно давно сподобалось, я прирвав тільки, щоб вам сподобалось. Добре, а які ще плануються концерти? Концертів планується дуже багато. Це і Діма Олександров зі своїм проєктом, і Наташа Лебедєва зі своїм проєктом, і Юля Рома, і я сподіваюся, і Родік Іванов, і в мене проєкт новий готується. Тобто, будемо живі-здорові, буде їх багато. Ну і ваше сподівання, чи дає проєкт «Джазове коло» він поштовх популярності джазовим проектом українським? Чи це не залишиться так, що якийсь концерт є лише винятком у творчості того чи іншого артиста? Ну, це не є популярна і масова музика, це елітна музика, яку слухають високоосвічені і духовно, і морально люди, які щось розуміють в музиці, які можуть про щось спілкуватися, власне, що стосується музики. Тому ми не розраховуємо на масовість цього проєкту, ми розраховуємо на вишукану публіку, яка буде цікавитись і підтримувати нас. Дякую. А така публіка є. Мені дуже сильно понравився концерт. Удивительне сочетання етнічної музики української, національної, як воно наложилось на джазові мотиви. Це дуже впечатляє.